Уроженец Каргалжинского района Эркибай Сарсеков – один из тех, кто посетит Анталию на предстоящей неделе. Асы Катун занимается около 5 лет. Мои первые соревнования прошли в Костанае. Там я занял 2-е место в соревнованиях снайпера и 3-е место в чемпионате страны в Павлодаре. Соревнования закаляют, чувствую дух азарта. К предстоящим соревнованиям я уже начал подготовку. Ученики, которые занимаются асы-кату, выходят на международный и республиканский уровень. Это дети из 8 школ. К сожалению, ученики других школ склонны к таким видам спорта, как баскетбол и волейбол. Нет интереса к национальному спорту. На сегодняшний день по Акмолинской области количество молодых людей, занимающихся асы-кату, составляет около 500 человек. Они достойно защищают честь региона, прославляя страну на различных соревнованиях. Айгерим Бигенова, Абзал Балтабаев, Бауржан Смагулов, Берик Манап, Кокши Акпарат.